Это управление, и мы проводим такие турниры. В этом году, допустим, это национальный вид, там вот Минса, который имеет метание мяча там, в цель русских видов, там единоборств наших. Именно не зрителя, а 20 тысяч. И проявили себя в каком-то из видов. Наверное, поэтому. Спасибо. Спортом лично я начал заниматься, например, маленьким мальчиком, кашлял, болезнь, в общем. Но моя мама решила, наверное, семейное наследие. Но... Советский. Было очень популярно именно карате, но вот и средневосточный кожан. Сначала занимался дзюдо, первый тренер мой был спорт в России, очень уважаемый человек, которого я очень люблю, уважаю, мы с ним встречаемся. Я привел в спортивную жизнь, очень западное питание. В то время он понял, что в принципе, по своей физиологической с этим человеком, в общем-то, максимально в втором году по юниорам. В этом году я был серебряным призером по карате. Вот. Езжу. И самое главное, мы никогда не останавливаемся. Прислушиваться к избиению, мы должны понимать все белого цвета, потому что мы не разум это должны вставать на защиту слабых своих близких, мы должны быть на защиту слабых, мы должны быть. Поэтому сегодня, почему происходит такая многочисленная тусовка, я не помню ситуацию, это их дети, это их дети, это их братья. Ну, наверное, это просто заражает своей культивацией, своей культурой. Боевое искусство. Об этом сейчас говорит просто смешанное единоборство. Особенно есть рукопашный бой. Кикбоксинг, помощник. Исполнительный директор я давно уже поменял эти. Личные прихоти. Но я вижу, что те, это очень хорошо. Не важно, что дети, наша молодежь, важно, что они находятся в спорте. Поэтому я в жизни, потому что я преподаватель высшей категории, я веду напряженную популяризацию. Спасибо.
Большое спасибо. Закончу. У меня вопрос к молодежи. Фильм и почему он ваш? Я скажу, что мы любим фильм, потому что я кадровая система, и вся моя семья связана. Ответил на первый вопрос, что Паш не будет, поскольку Паш не будет, она не было. Мне приходилось мучиться. Вот. Хотя ну, я вообще такой люблю посмотреть фильм. Редкость, потому что но я хочу сказать, что мне фильм нравится очень сильно. Да, я сражаюсь. Но в юмористическом жанре деньги карты даст. Ну вот, я хочу сказать, что просто муниципалитет города Анапа позволяет проводить местные соревнования. Очень хороший турнир, который очень большой, добился селекция. Вот вы топовый спортсмен, потому что находится в Москве, то есть в Юфу, в Москве, там, где проводится по единому календарному плану всероссийский. Что касаемо массового спорта, называется массовый спорт дзюдо, вот на базе моей школы, да, вот если это очень массово посещаем около 270 медалей. Но это где два раза. Вот. Что касаемо полностью у нас работает в городе. Конечно же, активно ведутся переговоры и принимаются коллективные решения по переносу крупнейших международных мероприятий федерального статуса именно в России. Это я не знаю, Сочи, что ли. У нас очень хорошо для того, чтобы заниматься физической культурой и спортом. У нас высокие цены для расселения и проживания спортсменов, что немаловажно сегодня. Сегодня очень непростое время. Ну и самое главное, у нас есть адаптированная школа, четвертая школа, которая, в общем-то, очень полноценная. Это их фишка. Есть молодежь.
Хотя не менее, да. Человек, потому что они правы. И первая душа тоже правда, где самочувствие вкладывается в это дело. В следующий раз не согласиться, что у вас очень мало будет договариваться за год. Но они все равно все заполнят. Начинается, что вы спросили. Сразу начинается международный турнир. Заканчиваем только по Единоборств. Лучшие спортсмены. То есть, ну, прям вот реально очень много. Девчонок могу сказать, что все тоже на базе НАПИ тренируются. Спасибо. Еще вопросы? Тогда я задам. Есть вопрос. Любой работы отдых. Пассивно. То есть лучше отдохнуть или, допустим, куда-то. Вот это у меня, скорее всего, как. Тот же самый. Вот это как называется? Ребята, которые не занимаются, у них нет такой большой географии. Давайте я немножко, да, я уж извиняюсь, что до конца отвечу на. Есть проекты, это то, что будет интересно всем, и мальчишкам, и девчонкам. На паре на какой-то будете сидеть, розыгрыш, поинтересуйтесь. Вот кто из вас когда-нибудь в жизни написал? Молодежь, я так понимаю, все проекты для вас от 16 лет, вам, наверное, есть проекты от 14 лет. Активные спортсмены, с кем мы работаем, в итоге выиграла около 20 сложности, более 50 миллионов. Кто из них опять же в Анапе, Александр Владимирович, просто один парень, который выиграл 20 проводить с Александром Владимировичем под поддержку. Комплекса видеть. У меня там трое или четверо в Москве самостоятельно выходит в Севастополь. Даете, вы сами защищаете. У меня там поддержка, у меня и Александр Владимирович нас поддержали. Но потом вы их видите. Бывают такие моменты. И уже видят, что я по возможности постараюсь вот полтора суток мы вот таких вас активных найти не можем. Сейчас проводится Ярогинство. И именно благодаря этому. Не завтра, когда вы закончите. Сейчас, как молодежь видят, какой-то. Вот, у меня вот такой же. Действительно, сейчас много проектов, и грантов уходит возможность. Молодежи, правда, принимать участие.
общаюсь, просто скажу, что Игорь Петрович, если у кого-то есть еще в юном таком возрасте, ничего не боишься, потому что вся жизнь еще впереди. Не делать преступления. Учитывая, да, у каждого человека есть одинаковая жизнь. Вот. Ну, это работа непростая. Пришли, если... Вот, я иду на море. Сейчас вот... Закаляешься, вот мне просто позволяет климатические возможности ходить. Медийное выступление. Читайте классику. Иисус, который сделал достаточно эрудитную классику, это очень интересно. Конечно, две эпохи совместить вашего сознания. Это наша культура, это наша история. Учебная программа. Больше пишите. Пишите, знаете, как без орфографических ошибок. Сейчас у меня в WhatsApp там автоматически есть, ну, как бы есть пока. Вы как живете в отдыхе? Классный воздух ионизированный. Все остальные это земля. Тратили время в личной жизни или почему? Нет, не пишу. В то время погуляюсь. Большое. Итак, друзья, еще вопрос, да? Сейчас много. Меня зовут Меня, как Александр. У меня какую книгу и чем она заполнилась? Интересно написано, что Солнцев издал такой стереотип, и он сделал это. Хорошая книга. Собинин подходит. Всю классику, наверное, да?
замечательно писатель Борис Акунин, допустим, да, я думаю, что если перечитать, обязательно перечитайте очень много. Когда возможно, и вроде бы как еще и читаешь. Спасибо. Ты начал заниматься. Здравствуйте, у меня вопрос, относящийся к какими вашей жизни, да, с какими выдающимися? Ну, у меня самый выдающий раз. Второй человек. Президент Всемирной организации Карабель Шенгович Михайлов Бойцов, я сейчас встречался именно в общении. Кому-то на речи, как это известные 15 самых крутеров. Здесь они открывали за что. Много вообще как бы. Особенно взрослые. Такие фанаты. То есть их труд, их работа, самопожертвование. Собственно. Своих видишь, когда не спят. Тренерский труд, он очень сложный и очень такой тернистый. Большой-большой. Действительно, великие люди. Ну, я лично за Владимира. Президент Казахстана, но настоящий. Отвечал за протокол. Такая традиция. Когда президент или кто-то подписывает, то вначале протокол появится ручка, которая подписывается. Это как у кого жизнь сложится. Я не думаю, что мои дети так видели. Еще вопросы вижу. Добрый день. Это вопрос к Александру. Конечно. Путь воин. И через всю свою жизнь. То культура, это не то, что связано там с Востоком. Это
любой пропаганде. Поэтому этот путь, он становится более дисциплинированным. С временем человек склонен. Мы садимся, иногда задумываемся, что происходит в отношении к себе. Отвечать людям, которые находятся рядом с нами, за их мир учеников, потому что понимают. Смотрим на них, они тебя слышат. Ты говоришь, что понимаешь, я понимаю. И все. Офис, нашу школу, ребята. Говорят, мы в школе. Я начинаю смотреть, когда мы ведем и стараемся. Занимаются ли ваши дети каким-нибудь видом спорта? Занимаются. Или уже занималась журналист. Занимается спортом. Она говорит, папа, не всегда обязательно любимое дело, которое хотелось Нет, вообще Тимур не один, у него еще есть. Тимур, Давид, наши самые. Чего его еще есть где-то. И сильные пацаны. И я думал, что они где-то просто отец их. Они зимой ходили. Такой отсутствие. Они никогда не видели. Хороший человек и можно я тоже задам вопрос? Современные молодежь. Много ли девушек выбирают вот данные? Рассказать, в каких регионах больше всего все девчонки выбирают вот этот вид. Ну, я вам хочу сказать, что спортивный номер 5 является элитным массовым спортом. В Японии чемпионате мира
наряду с ней. Потом у нас Мария Кицель. Буквально позавчера Сергеюк Виктория, девочка, которая занимается. Девочки выбирают на жестко. Просто им хочется, как бы, наверное, мягкости, может быть, какой-то жертвенности. Участвовать и проявлять свою инициативу в каких-то. Тем более, очень массовая дисциплина, которая дает возможность берутся, ну, временная ситуация. Каждый свой звездный час. В подъезде, когда он там берется, на там площадь. Победа — это победа над собой, когда ты выходишь на татами, и все, ты готов. Программа тоже вышла. Кто не соберется, все-таки пойти в школу, я лучше пойти на борцы. То может найти совершенно спасибо. Шучу, конечно, продолжай. Если было, то папа его снова отбивал. Еще хочу раз. Насколько я тебя занимался со мной борьбой? Ну да, я помню. Спорта и что тебе не дало? То, что я начал заниматься боксом, мне там нечего тебе дало. Я тебя вышел на одни сомнения. Знаете, ну, конечно же, есть волнение. Конечно же, под коленкой вот тут предательски какая-то дрожь происходит. Нормальная ситуация, когда что-то происходит нестандартное. Больше не наших спортсменов, а вот лично мы как бы поощряем, как я уже говорил ранее, просто первый Кубки новичков называются. Вызываем малыша. Расписано. И у всех вроде бы праздничные понимают, что кто-то выиграл, значит, что первым стал. Кто-то проиграл. И каждый тренер на какие-то соревнования, он должен учитывать.
психологическую подготовку. Мой первый состав, ну, конечно же, их выставляют на таких менее значимых, но более массово. Учиться как бы, на своих ошибках и учиться. Когда существует психология, очень неправильная, достаточно хочет и для всех, кто может. Не самый подходящий происходит, потому что травматичный. Если ты меня шутить, потому что существует требования судей, формировать. Можно от своих друзей. И ты можешь давал самому личности, там, да? Не смог выиграть. И это последний должен прибежать первым и понимая, что последним все. Все вместе побежать. В учебе ваша соседняя группа, да, и вам педагог. Что же, хуже, что ли? Друзья, и говорят, слушай, ты балбес. Только для себя стараешься из-за тех, кто с тобой. Ну, полил, полил, возил, возил. Вот и все. Является здоровое питание, пожалуйста, свой рацион и как дальше. Все вы, наверное, смотрели, все болели. Достойный соперник. Достойно вот скажите, вы как эксперты в этой области, как вы оцениваете этого проекта? Я не смотрю профессиональные. Я отвечаю за массу. И росли здоровы.
это вот, ну, на любителя. Профессионал, наверное, вот. Вы знаете, многие иностранцы, многие считают, что как бы, ну, вот, у них ассоциация с прессой, во всех СМИ, они это понимают. Но учитывая то, что сегодня происходит, просто мнение, я очень в самом лучшем рамках. Кстати, этот бой я поделился со своими коллегами с проведением спортивного с Витязевым Олимпиадой. Поэтому я не вижу необходимо. Но я посмотрю обязательно. Скорее всего, ты замечал название по киберспорту. И вы киберспорт заинтересованы. И в последнее время вот International. Призовой фонд на что тот законодательный транспорт. Лично я к этому, ну, с каким-то переживают люди в адреналине. Но как бы нет физического. Поэтому киберспорт, почему нет? Это можно получить. Еще вопросы? Ну, тебе вопрос. Чтобы они по твоему же. Можно я вам задам интересный просто? Вы находитесь несколько лет сюда. Чем вам лично нравится город?
живут, которые помогают нам из города, с которого нас слышат. По пояс находится, поэтому ты сама, понимаете, вот я отдохну, да? Да почему не в Сочи? Я не знаю, я не хочу в Сочи, хотя бы очень долго и очень хорошо плачу. Спасибо. Thank you.